каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В Тове идет конкурс местных инициатив. В рамках реализации приоритетного проекта «Село, в котором я живу» проводится конкурс на отбор местных инициатив, в ходе которого 10 лучших народных идей получат прямую финансовую поддержку в размере не менее 2 миллионов рублей. При этом обязательным условием должно стать софинансирование из муниципального бюджета в размере 10% и вклад граждан 1%. Участниками конкурсного отбора могут быть сельские поселения с населением до 1000 человек. Отмечается, что конкурс проводится в два этапа. Это муниципальный, который завершился 15 марта, и республиканский. Он продлится до 15 апреля. Уполномоченным органом по организации проведения республиканского этапа является Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. На региональный этап Пихемский и Кахемский районы подали по 5 заявок. Судхольский, Тесхемский и Барунхемческий районы – по 4. Терехольский и Эрзинский районы – по 2 заявки. А остальные районы представили по 1. Победителями конкурсного отбора признаются местные инициативы, набравшие по результатам итоговой оценки наибольшее количество баллов. В поселке Кахем Кызылского района работает республиканский добровольческий штаб по оказанию помощи и консультированию пострадавших от подтопления. Штаб развернут рядом со второй школой поселка. Тем временем продолжает свою работу комиссия по оценке ущерба. Как сообщает администрация Кызылского района, комиссия начала свою работу 29 марта. На данный момент организованы две группы. Одна проводит обход домовладений, вторая занимается документацией. Члены комиссии общаются с жителями и фиксируют поврежденные имущество. Также ведется сбор заявлений по просушке домов, которые передаются в службу ГО ЧС Тувы. Мы, аварийно-восстановительная служба, сегодня по обращению пострадавших граждан занимаемся просушкой домов по улице Кедровая. По состоянию на 4 апреля с улиц приусадебных участков жилых домов поселка Кахем откачано более 240 кубометров воды. Количество потопленных домовладений составляет 15 домов и 3 приусадебных участка, где проживает 52 человека, из них 24 дети. На аварийно-восстановительные работы привлечено 11 единиц техники. В круглосуточном режиме принимаются заявки от населения поселка Кахем по откачке воды с приусадебных участков и жилых домов. В настоящее время ведутся работы по просушке теплопушками и электровентиляторами в 6 домах. Он был обречен погибнуть от голода и истощения, пострадав от того, кто, наверное, называет себя человеком. Собака с выколотыми глазами в районе Востока привлекла внимание волонтеров, которые и отправили информацию в группу зоозащитников. Раненую собаку подобрали и отвезли в ветзооцентр. Состояние животного удручающее, травме несколько дней, от глазных яблок ничего не осталось, из ран сочилась кровь. Общее состояние в целом близко к критическому. Животное очень истощенным попало к нам. То есть даже сейчас можно обратить внимание, что это кожа до кости, очень худенький. Но при этом, как видите, аппетит хороший, ест он очень хорошо. Пока никуда не спотыкается, не ударяется. Идет, в принципе, аккуратненько, перед собой все пронюхивает, постепенно, медленно. Клеточку ему открываешь, из клетки не выходит. Предпочитает не есть. Ему предстоит длинный курс реабилитации, в первую очередь направленный на подавление инородной микрофлоры, которая сильное обсеменение уже вызвало данных ран. И потом, скорее всего, у него еще будет одна или две пластических операции по ушиванию нижнего века. Вчера мы это сразу возможности сделать не имели, потому что это все гниет, это все сильно воспаленное, пока не до этого. Возможно, да, потом пластику нижнего века ему делать придется. Ну так, пес в целом достаточно покладистый, людям доверяет. Питомцу зачистили и обработали раны, после чего поставили несколько уколов, чтобы поддержать истощенный организм. По словам ветеринаров, собаке нужна операция. Если бы волонтеры обнаружили ее на день или два раньше, то вероятность спасти один глаз была бы больше. В основном раны не колотые, а именно резанные, то есть это был нож. Притом, почему нам, вероятно, удастся сохранить одно глазное яблоко, потому что один глаз, видимо, все-таки выкололи, а второй пытались выковырить. И им это не удалось, и глазное яблоко в целом внутри осталось целое. Но нижнее веко все очень сильно поврежденное. За счет того, что травме уже несколько дней, сильная отечность нижнего века образовалась, и из-за этого мы глазное яблоко-то здоровое внутри не видели. Когда мы его только в наркоз уже загрузили, нам удалось увидеть то, что одно глазное яблоко частично все-таки целое внутри.
вот, соответственно, его сейчас спасти и пытаются. Смотреть на животное без слез невозможно. Жестокость людей не знает границ. Кто и за что так зверски поиздевался над собакой, неизвестно. Но, несмотря на потерянное зрение, он твердо стоит на лапах и даже пытается ходить. Зоозащитники за стойкость духа и неиссякаемую любовь к людям назвали его Хатика. Хатика, выздоравливай, мы в тебя верим. Сегодня у собаки стабильно тяжелое состояние. Ему предстоит операция и долгое восстановление. Хочется верить, что волевая собака, которая перенесла такие издевательства, мужественно выдержит операции и в скором времени найдет своего хозяина. В социальных сетях эта заметка вызвала бурю эмоций. Как негодование, возмущение. Люди спрашивали, чем помочь. То есть перечисляли деньги, звонили, писали трогательные СМС. И сегодня я выполнила просьбу Марины, которая перечислила деньги, извиняюсь, со словами, шепнуть ему на ушко, чтобы он выздоравливал. И мы надеемся, что он будет жить дальше. Тем, кто сотворил подобное с беззащитным животным, невозможно найти оправдание. Человек, который без зазрения совести смог выколоть глаза собаке, может повторить свой поступок. И на этот раз вместо бездомного питомца может оказаться человек. Психологи говорят, что эти люди, которые не любят животных, не могут принять их искренность, непосредственность и безусловную любовь, потому что их самих никогда не любили. Когда вообще родители мало интересуются ребенком, формально, базовые потребности удовлетворяются, покушал, в лучшем случае, что получил, и на этом все заканчивается. То есть эмоциональная функция не решается в семье, не выполняется. Естественно, ребенок ее получает какими-то искусственными способами. Это, конечно, интернет, телефоны сейчас, ноутбуки и так далее. Вся вот эта вот аппаратура, которая дает искусственные какие-то знания, какой-то, возможно, потом опыт после знаний, и, естественно, как факторы риска, в том числе жестокое обращение. Бродячих животных в Кызыле немало, и, как правило, все они когда-то имели дом. Одни неравнодушные люди их выбросили на улицу, другие сорвали злость на беззащитном существе. История с Хатика – не единичный случай. Сколько таких бездомных собак и кошек на улицах нашего города? Тысячи. Только вдумайтесь в эту цифру. Это наша общая проблема, на которую многие привыкли закрывать глаза и проходить мимо. Авось кто-нибудь да поможет. Вот только статистика говорит об обратном. Более 90% таких животных умирают, так и не дождавшись своих спасителей. Тува впервые получила государственную поддержку на модернизацию кинозалов от фонда кино. До конца текущего года жители Барунхемческого и Дзунхемческого районов получат возможность смотреть кинофильмы в формате 2D и 3D на современном оборудовании. В числе заявителей вместе с вышеуказанными районами был также и Байтагинский район. Однако фонд кино поддержал заявки только 3 муниципальных образований от Тувы. Это Кызылмажалык, Акдувурак и Чадана. По итогам конкурса, который проходил с 19 января по 2 марта этого года, денежные средства будут выделены более 170 кинозалам в 56 регионах, в том числе в 5 ранее неохваченных, куда вошла и Тува. Сумма на переоборудование одного кинозала не должна превышать 5 миллионов рублей. Обязательным условием является окончание работ и начало кинопоказа не позднее 15 декабря этого года. Также до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств фонда, должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года. Я курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 76 копеек, евро 70 рублей 96 копеек. Пора менять моторное масло? Заезжай к нам! Огромный выбор автомасел для всех видов транспорта, от синтетических до минеральных. Возможность покупки масел на разлив, наличный и безналичный расчет. Пушкина 67, 8-983-515-302.
Оперативниками по горячим следам раскрыты два уличных грабежа. В полицию Кызыла 31 марта ночью поступило два сообщения о грабежах. Так, обратившийся мужчина рассказал, что в ночное время, когда он проходил мимо развлекательного заведения, расположенного по улице Горной, неизвестные парни, применяя насилие, похитили у него сотовый телефон, золотое обручальное кольцо и 2000 рублей. Еще одно заявление о грабеже поступило в полицию от 33-летнего жителя Кызыла. Он сообщил, что примерно в 3:30 утра по улице Солчака-Тока неизвестные, применяя насилие, похитили сотовый телефон стоимостью около 50 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемые установлены и задержаны. При допросе они дали признательные показания. Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений на территории Кызыла. В Улухемском районе начал работать женский патруль. Совет женщин Улухемского межкожунного медицинского центра инициировал создание женского патруля, основной целью которого является проведение профилактических рейдов на территории города и пресечение нахождения в общественных местах жителей и гостей города Шагонара в состоянии опьянения. Медицинские работники совместно с активистами Совета женщин района выявили 7 женщин и 3 мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии. С данными гражданами активистки провели профилактические беседы о вреде злоупотребления алкоголем и о последствиях, к которым это может привести. Отмечается, что подобные рейды будут проводиться на постоянной основе. Восьмого апреля с Горно-Алтайска открывается гастрольный тур Национального драматического театра имени Басангова Республики Калмыкия. 13 апреля театральная труппа прибудет в Кызыл, а завершатся гастроли артистов 23 числа в Улан-Удэ. Театр покажет 3 спектакля. Гастроли состоятся при поддержке Министерства культуры России и Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Отмечается, что для показа были выбраны постановки, привлекшие наибольшее внимание публики и ставшие хитами театральной афиши. Участие в обменных гастролях предоставит возможность калмыцкому театру познакомить публику городов Горно-Алтайска, Кызыла и Улан-Удэ со своим творчеством, с новыми гранями и развить профессиональные контакты между родственными региональными театрами. Телекомпания «Новый век» совместно с радиостанцией «Голос Азии» и Министерством труда и социальной политики Тувы запускает акцию «Республика добра». Призываем жителей Тувы помочь землякам, пострадавшим от паводка. Многие семьи, чьи дома пострадали от подтопления, не успели спасти свое имущество и сейчас нуждаются в помощи. Стационарный пункт развернут в здании Центра мониторинга и анализа Минтруда Республики Тыва по адресу город Кызыл, улица Кочетова, дом 35, телефон 230-34. В Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва развернут пункт приема вещей для пострадавших от подтопления домов. Стационарный пункт приема вещей создан в целях расширения форм адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации после подтопления домов талыми водами в поселке городского типа Каахем Кызыльского кожуна Республики Тыва. В пункт принимаются вещи от населения организаций, предприятий, учреждений различных форм собственности, общественных организаций и объединений, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Вещи принимаются новые, а также бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии, хорошие, пригодные к использованию. Стационарный пункт развернут в здании Центра мониторинга и анализа Министерства труда и социальной политики Республики Тыва по адресу город Кызыл, улица Кочетова, дом 35, телефон 230-34. Радиостанция «Голос Азии» запустила очередной радиоквест «Замес майонез». Теперь участники квеста будут сражаться в смекалке за подарки от магазина «Химтоп» на Юна Курседи 103/1. Для участников они приготовили безопасную линию натуральных средств для стирки белья, посуды и не только. И, как всегда, его получит тот, кто первым найдет. Но чтобы получить подарки, слушатели должны разгадать загадку. С помощью нее становится ясно, где в Кызыле ведущие спрятали приз. Побеждает тот, кто угадает это место и приедет туда. Да, первым. Замес майонез. О, мы вас поздравляем. Вот ваш подарок. Спасибо большое. Держите и пользуйтесь на здоровье. Зыл, играйте и выигрывайте.
Радио будет разыгрывать подарки от магазина «Химтоп» на Юнокурседе 103/1 всю неделю. Играйте вместе с радио «Голос Азии» каждый день по будням с 13 до 14 часов. Магазин «Классика мода» приглашает за новинками весенней коллекции и запускает потрясающую акцию. Какую? Все подробности далее. Сегодня главное требование, которое предъявляется к верхней одежде, это практичность, качество, удобство в носке, долговечность и, конечно же, яркий, интересный дизайн. «Классика мода» предлагает огромное количество моделей курток, пуховиков для холодного времени года и теплой весны. При покупке одной куртки вы получаете скидку 10%. Если куртки две – 20%. Три куртки – 30%. Спешите поучаствовать в акции. При покупке на сумму свыше 6 тысяч рублей вы получаете скидку 5% на обувь и сумки. В одежде от магазина «Классика мода» вы будете неотразимой и точно выделитесь из толпы. А если на понравившуюся модель не хватило бюджета, вы можете оформить кредит. Уйти с пустыми руками точно не получится. Приходите в магазин «Классика мода», торговый центр «Алма», торговый центр «Алексеевский» и «5 звезд». В ближайшие сутки по республике ожидается небольшая облачность без осадков. В Кызыле небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 7 градусов, днем плюс 8, плюс 10.